Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту PyTorch, проекте серии баппоинтов, и я проверила этот проект, друзья, на вывод. Все замечательно, проект платит. Сейчас я авторизуюсь, выбила меня из кабинета и зайду, покажу вам вывод. Так вот, ну, баланс у меня, естественно, по нулям. Ставила я на вывод ровно $5 у меня на балансе было. Ну, минималка, естественно, $5. Вот, 21 апреля, 21 год, $5, Pair, комплект. Я вывод ждала только завтра, как обычно, вывод у них идет в ручном режиме. На почту мне ничего не приходило. Обычно приходит код в таких проектах. Ну, здесь я поставила, выбрала метод. В моем случае Pair. Прописала сумму 5. Нажала вывод. И все, у меня встал в обработку. Переходим на почту. И вот мне 45 минут назад пришел вывод. Плюс $5, даже комиссию не сняли. 21.04.21 год. И комментарий. PyTorch. Вывод $5. Замечательно. Я продолжаю работать. Начинала я здесь работать с $2. Депозит. Наверное, здесь нету истории. Вот, я депонирую. Да, $2. Вот я вкладывала. Вот они. $2 я депонировала сюда. Ну, естественно, я уже в плюсе. Я продолжаю работать. Всем удачи, больших заработков. Проектом, конечно же, я довольна. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.